В Муслюмово задержаны исполняющие обязанности руководителя исполкома района. Об этом сообщает Следственный комитет. Ильнура Ахметова подозревают в мошенничестве на 88 миллионов рублей. По версии следствия, в июне прошлого года он подписал распоряжение о списании имущества с баланса района, часть которого продолжала использоваться гражданами, приближенными к руководству района. Ахметов свою вину не признал. В этом году под следствие он попадает уже во второй раз. Зимой его поместили в СИЗО по делу о превышении полномочий при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию торгового центра. Сейчас следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статьям мошенничества и превышения должностных полномочий. Причастность к совершению преступления мужчина не признал.